Я оцениваю себя как добрую личность, милую девочку. То есть, когда говорят «проявите свою харизму», все начинают быть такими прям моделями, а-ля такими серьезными. А я считаю, что харизма – это не только дерзость и серьезность, а также это веселье, милости там. И я всегда, когда мне говорят «прояви харизму», я улыбаюсь как-то, какие-то эмоции показываю. Глядя на эту уверенную, амбициозную девушку, а также знакомясь с ее достижениями, сложно сказать, что ей нет еще 15 лет. Большая стопка дипломов и грамот плотно закрывают рабочий письменный стол. Среди побед в творческих конкурсах, соревнованиях по синхронному плаванию и звания «Юный кадет» особенно выделяется красная лента, светящаяся корона и диплом в конкурсе «Лучшая модель Беларуси 2022» в категории «Подростки». Я начала участвовать в конкурсе, потому что я хотела попробовать что-то новое, новые чувства, новые эмоции, новые впечатления. Я очень сильно сомневалась поначалу, нужно мне участвовать, стоит ли. Но все-таки я решила попробовать, ведь все, что не делается, все к лучшему. Когда было награждение, объявляли всех участников, я представить не могла, что возьму корону и первое место. И когда меня объявили, у меня было столько эмоций, столько волнения, я чуть не расплакалась, но все-таки все сдержала в себе, и девочки потом очень меня поздравляли с этим первым местом. И это несмотря на то, что моделингом девушка занимается меньше года. За 9 месяцев плодотворной работы и учебы в ее портфолио появились десятки совершенно разных и интересных снимков, сотрудничество с брендами одежды, аксессуаров, косметики. Принять участие в столь важном и ответственном конкурсе Есении предложила мама, главная опора и поддержка девочки. Конечно, перспективу в этой идее Наталья Федоровна видела, но то, что дочь станет лучшей в своей номинации, стало приятным сюрпризом. Я считаю, что самое эффективное вложение – это вложение в своих детей. Финансовые, эмоциональные. Вот. И, конечно, когда мы решили, что пойдем участвовать в этот конкурс, для меня это было как ступенька в развитии ребенка, как еще один, как говорится, раскрыть ее возможности, потому что мы ведь видим своих детей, да, никто как мы их видим. И я не сомневалась, что будет успех от этого мероприятия, каким бы результат ни был. Вот, но, конечно, вот это вот вообще вот первое место, первая победительница. Это был элемент неожиданности, и, конечно, эмоции просто зашкаливали. Сегодня, беседуя за чашкой чая, мама и дочь обсуждают будущее и перспективы, приятно подпитываясь эмоциями и впечатлениями, полученными во время участия в конкурсе «Лучшая модель Беларуси». Кстати, Есения уже подала заявки на участие в других модельных проектах, при этом не обделяя вниманием учебу. Она планирует стать программистом и к своей цели идет уверенно и осознанно.